В Анапе продолжаются акции в поддержку 10-летнего онкобольного Артема Алгазиева. 2 года назад ему поставили страшный диагноз – злокачественная опухоль почки. Ребенок перенес сеансы химиотерапии и операцию. Болезнь отступила, но ненадолго. Сейчас Артем проходит курс стандартной химиотерапии в Санкт-Петербурге, но, к сожалению, этот способ не может вылечить его. В лучшем случае поможет выиграть драгоценное время. Немецкая клиника – это единственное, что дарит надежду Артему. Цена спасения мальчика – 40 миллионов рублей. Родители и родственники больного анапчанина самыми разными способами пытаются собрать эту огромную сумму. Но помочь можете и вы. Любая сумма, поступившая на их счет – шаг в спасении ребенка. Мы с тобой, чтоб ты не погас. Ты один из нас. Надежда кажется призраком. За спиной стоит, как живая. Чего ты ждешь? Обернись, обрети.